аутологичные Т-клетки, перепрограммированные на синтез химерного антигена против лейкемических антигенов, могут быть высокоэффективны в лечении рефрактерного рецидивирующего лейкоза. Однако такие клетки изготавливаются в индивидуальном порядке, что возможно не у всех пациентов, например, у больных, имеющих недостаточное число здоровых Т-клеток. В некоторых случаях используют Т-клетки, соответствующие аллогенным стволовым клеткам донора. Альтернативным подходом стало использование имеющихся в наличии несопоставимых по человеческому лейкоцитарному антигену донорских клеток. Однако преодоление антигенного барьера, а также гомеостатического соревнования донорских и хозяйских Т-лимфоцитов часто не получается избежать. Устранение собственных клеток, способных снижать активность Т-лимфоцитов с химерными рецепторами, может уменьшить соревнование между Т-клетками и уменьшить риск отторжения аллогенных клеток. Все подробности на сайте internist.ru. Ссылка в описании.